История с маленькой девочкой, которую порезал ножом собственный отец, становится все запутанней. По свидетельствам соседей, мужчина души не чаял в дочери. Сейчас он находится в следственном изоляторе и подозревается в покушении на убийство. По словам полицейских, он признался, что ранение дочери и себе он нанес сам. Наш корреспондент Людмила Батюшкина попыталась встретиться с мамой ребенка. Наша съемочная группа отправилась на встречу с мамой девочки, которая сначала согласилась общаться с нами, но потом передумала. Но по словам соседей, девочка уже дома, швы ей сняли. И рассказывает пятилетний ребенок им совсем не то, что официально говорят в полиции. А кто тебя это сделал? Она говорит, дяденьки. Дяденьки, говорит. Угу. И папу били. Вот ну такой. И все, они говорят, что это папа. Нет, я говорю, не папа, нет. Он нормальный пацан, я же напротив с ним живу. Он даже с нее пылинки сдувал. Ну, не ребенок же врать не будет, правильно? Угу. Зачем? Если бы папа сделал бы, он бы сказал бы, папа сделал, правильно? Угу. Она сказала, дядя, говорит, вот так показал. Я говорю, сколько дяди? Она вот так показывает. Угу. Один, говорит, сильно пьяный был. А остальные, говорю, что делали? Папу били, говорит. По официальной версии, мужчина поссорился с женой и выместил злость на ребенке. Это произошло, когда они пошли купаться на местный водоем. А потом, испугавшись, попытался покончить с собой. Он признался в этом, давая показания полиции. Но, по словам соседей, мужчина сам, истекая кровью, принес дочь на руках. И потом из дома вызвали скорую. Адвокат Тахир Фатахов также не верит в версию следствия. По его словам, мужчина не уверен в себе и не может четко излагать свою позицию. Не мог, наверное, объяснить. Какие люди, на каком мотоцикле, как внешне выглядели. Исходя из этого, скорее всего, правоохранительные органы остановились на том факте, что он сам это сделал. Ну, это проще, чем искать людей на мотоцикле. Вы представляете, искать, кто ездит на мотоцикле, где-то что-то, не описание. Я не думаю, что папа мог совершить такое в отношении своего ребенка, которого он так ждал и любил. Он радовался тому, что у него родился ребенок, вплотную занимался этим ребенком, любил своего ребенка. И ребенок спрашивает про папу, где папа, что с папой, куда делся папа. Соседи рассказали, что семья из России. Мужчина с детьми уже несколько лет подряд приезжает на лето к родственникам в Караганду. Сейчас сюда приехала мама. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Владимир Иванюк, 5 канал.